Военнослужащим Нацгвардии вручили высокие награды. В их числе были те, кого наградили посмертно. Орденом Айбын третьей степени удостоены сержант Берикжан Калиев и рядовой Дузбол Сапар. 5 июня в результате вооруженного нападения на воинскую часть в городе Актобе они, пытаясь задержать преступников, первыми приняли на себя огонь. Также медаль Жангирлик Ерлигюшин вручили Сырыму Сундетову и Денису Чернышову. Орден Айбын второй степени майору Алимжону Касимову. Я благодарю главу государства за оказанную такую честь и награждение меня государственной наградой Айбын второй степени. Главное, чтобы в нашем государстве небо было чистым, не было никаких враждующих, противоборствующих сторон. И наши жители, граждане Республики Казахстан всегда были счастливы.